Анонс и точно дата выхода нового 4-серийного сериала «Неоконченная свадьба». Премьера сериала состоится 25 апреля на Домашнем. Влюбленная Вероника готовится к главному событию – долгожданной свадьбе с Ильей Проскуриным. Парень приходится наследником нынешнему мэру города, поэтому молодоженам обеспечена безбедная и счастливая жизнь. Она не догадывается, что единственная встреча расстроит планы и кардинально изменит жизнь. Столкнувшись на улице с бывшим парнем Анатолием, она понимает, что могла совершить ошибку. Толя не теряет шанса и крадет невесту у порога ЗАГСа, бросив обескураженного жениха и разъяренного градоначальника, не прощающего обид и позора. Пара отправляется навстречу новым приключениям, чтобы избежать неприятностей. Но жизнь с Толиком оказывается не такой радостной, как представлялось. Ей не нравятся испытания, которые встречаются на пути. А обещания любимый человек не выполняет. Оказавшись в сложном положении, Ника не знает, к кому обратиться. Но тут снова подворачивается одураченный Илья. Премьера сериала состоится 25 апреля. Если вам нравятся сериалы и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.